Это единственный праздник, когда работникам культурной сферы дается возможность отдохнуть. Всех собравшихся в зале приветствовал глава города Андрей Шубин. Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник Дня работника культуры. Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным праздником, Днем работника культуры. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители нашего города живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности. В торжественной обстановке Андрей Николаевич вручил благодарственные письма 8 лучшим работникам культуры. Также в этот вечер всех культурных работников поздравила председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева. Разрешите мне поздравить сегодня всех нас с профессиональным праздником. Этот день у нас в России отмечается в 10-й раз, юбилейный. Желаю вам всего самого-самого хорошего, здоровья, творческих успехов, профессионализма. С праздником, с Днем работника культуры! Анна Александровна вручила почетные грамоты от Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 7 работникам. Большим праздничным подарком для всех собравшихся в зале стал концерт артистов Смоленской государственной филармонии.